В Тирасполе перекрыли улицу Клары Цеткин. Там начался ремонт дороги, но сперва водоканал поменяет трубы. С подробностями Наталья Ткачук. Так, Соленый, ты тоже все проверил? Владимир Иванович вместе со своим любимцем, псом Соленым, вышел на улицу на шум экскаватора. Прямо перед домом уже выкопали траншею. Здесь проходит водопроводная труба. Ее и планируют заменить перед тем, как уложат по всей улице новый асфальт. Пенсионер вышел проследить, чтобы ковшом не зацепили интернет-кабель. Оказалось, беспокоился зря. Молодцы, аккуратно, красиво работают. Я наблюдал, когда они обходили интернет, трубы. О, Владимир Иванович, вы такой наблюдательный. О, ко мне интернет идет, поэтому я говорю, смотрите, аккуратно, чтобы не это самое. Да, ребята молодцы, они лопатами раскопали. На вопросы местных, надолго ли беспокойство у ворот, рабочие отвечают. На все уйдет месяца полтора. Дорогу по Клары Цеткин будут ремонтировать в рамках инвестпроекта компании «Шериф». Условия инвестора и руководства города – ремонт должен быть качественным и надолго. Поэтому и начали с замены коммуникаций под дорогой. Водопровод старый, введен в эксплуатацию более 40 лет назад. Конечно, качество стоит желать лучшего, необходима замена. Частые аварии, отключение абонентов. Ну и в этом году вы знаете, что компания «Шериф» выделила деньги. Ну, естественно, мы решили совместно с ними и выполнить свои работы. То есть на благо людей. Сегодня с утра улицу Клары Цеткин перекрыли у железнодорожного переезда. Поставили бетонные блоки и дорожные знаки объезда. Объехать перекрытый участок можно по соседним улицам. В начале мая, когда на этом участке появится новый асфальт, улицу перекроют уже от переулка Клары Цеткин до кирпичного проезда. И уже третьим этапом ремонтировать будут дорогу до улицы Шевченко возле Горбатого моста. Это самый большой дорожный ремонт этого года в столице. Дорожные работы на средства компании «Шериф» сейчас идут и в другом конце города. На Балке по улице Комсомольской уже снимают бордюры. Здесь тоже сделают солидный участок дороги – от Одесской до Краснодонской. Дорогу в этом году отремонтируют на Одесской, возле Дендропарка. Большой участок дороги на Балке, где движение одно из самых интенсивных в городе, будет закольцован. Ремонты пройдут и по Котовского, это район Адемы, а также по Карла Либнихта, вдоль Лиманного рынка, и на улице Роза-Люксембург. Отремонтируют квартал у Старообрядческой церкви. С новыми дорогами столица будет уже к сентябрю. Наталья Ткачук, Владимир Погоня, ТСВ.